Всем привет! С вами Андрей Сонар. Представляем вашему вниманию новый гидрокостюм от Time Trial. Гидрокостюм полностью герметичный, подходит для любых видов водных развлечений. Каякинг, зимний каякинг, покрафтинг, покатушки на сабборде, на моторных лодках. И в тех условиях, когда заныривание в холодную воду скорее правило, чем исключение. Костюм состоит отдельно из куртки. Я ее тут уже предварительно расстегнул. И сейчас... сниму. И штанов. Штаны же представляют из себя фактически водонепроницаемые вейдерсы. Если вам не нужен верх, вы просто верх снимаете и используете отдельно штаны. Но когда с помощью специальной скрутки штаны соединяются с курткой, получается абсолютно герметичный костюм, в котором можно спокойно залезть в воду. Выполнен он в фирменных таймтриаловских цветах, желтый с черным. На горловине и на рукавах сделаны неопреновые манжеты. А снизу носочки. Как носить такой костюм? Очень просто. Вниз надевается что-то типа первого слоя термушки, потом флиска, а сверху уже этот костюм. Стандартная трехслойная мембранная конструкция. Он мембранный. Насколько я помню, паропроницаемость у него то ли 10, то ли 15 тысяч. Этот гидрокостюм уже можно заказать. Спрашивайте у менеджера. Это разве не чудо, когда вот снимаешь гидрокостюмчик, в котором в воду заходил, а носочки сухие, штаны сухие, гидрокостюм воду не пропускает.